Стихотворение Владимира Сапрыкина о том, как четыре бегемота от пожара спасли болото. Читает автор. В болото как-то нефть попала, вода в болоте темной стала, не видно ничего в округе. Все жители болот в испуге. Столкнулись лбами крокодилы и зарычали, что есть силы. Кто перекрасил нашу воду? Не плавали такой мы сроду. Кто прежний свет вернет в воде? Иначе быть большой беде. Всего лишь час до той поры, когда нефть вспыхнет от жары. Огонь в воде не чепуха, из нас получится уха, а может быть шашлык по-карски или жаркое по-татарски. На крик из дальнего болота притопались два бегемота. Потом еще примчались два, размерами все со слона. Из норок выползли кроты, раскрыв от удивления рты. Они по просьбе бегемота тоннель прорыли вдоль болота. Ведь по закону Архимеда для водоема всего света есть только лишь один закон, знаком и бегемотам он. Какой объем в воду пошел, такой объем воды ушел. Вошли в болото бегемоты, для них привычный вид работы. Вся нефть и грязная вода стекли в тоннель тот навсегда. Вот так четыре бегемота спасли от пожара болото. И в нем каждый день крокодилы рычат, сохранив свои силы. Слава пожарным, слава! За то, что спасли от пожара болото.